кто и зачем? Пришел служить тебе, батька. Люди мои к тебе раньше посланы. Садись. Про твои дела наслышан от Ермила. Сказывай, как познал меня. Познал, как сидел в железах у воевода Ярославского. Выждал время, цепи сорвал, тюрьму расковал, воевода в мешок да в Волгу. Как имя твое? Семен буду. Семен, сокол. Ты толков и смел, воеводу порешила. Какого? Матерого волка. Добро. Вижу, ты смышленой силой есть, коль цепи рвешь. Будешь у меня и с Аулом. Спасибо, Степан Тимофеевич. По силе твоей дело дадим. Нашей нынешней силы мало. Сила твоя, чаю, Степан Тимофеевич, утроится. Людская удесятерится. Мужик битьем задавлен, поборами посадский люд тоже. Где им правду искать? У царя? У воеводы? У бояр? Нет там правды. У меня она. У нас, у всех. Да только наша правда и сила противу воинской силы царя все ж полсилы. У нас топоры да рогатины, сабли да луки со стрелами только и всего. Труд на тебя возложу, сокол, такой редко кому исполнить. Спасибо, Степан Тимофеевич. Труда не боюсь. А коль голову сложить придется? Не то страшно, что умру. Страшно увидел, кому служить. И смерть. Умрешь раньше меня, моей славы на тебя хватит. Паду раньше я. Не бросай, сокол, разинского пути. Завет твой, Степан Тимофеевич, держу, держать буду. Гойда, тут и конец. Будь тебе, сокол, мимо Саратова на Воронеж. С Воронежа за Днепр, к Петрухе Дорошенко, гетману. Из всех нас Петруха пущий враг царю, скажешь ему так. Удружи побольше исправных орудий, без их мы сироты. А будут пушки, обнимемся, братски. Чужой наехал. Посланцы к тебе с Дона, батька. Повиды и саулы из низовиков. Сбирай круг, выйду. Держи. Помни наш уговор. Меня не забывай. Вот еще что. Чего еще? Грамотка с Ферапонтова монастыря. А монахи Никони толкуют. О том самом Никоне? О том самом. Дедом тебе сей монах? Служил ему, когда патриархом был. Потом ушел от него. Что в грамотке-то? Пишут, будто готов Никон прилепиться до твоего войска. Коль это правда, встретим Никона хлебом с солью. Возвернешься, глянь, и знакомца встретишь. Добро!
тебе, Степан, государева грамота. Чья? Государева? В Астрахани писано. Дьяками тамошними. Вот так вот. Еще отписка ко всем казакам, чтобы отстали от воровства и шли на Дон. Не от воровства, а от бунта. Коли царю бояр мужиков отымет и волю им даст. То Степан пустой. Но нет, когда от царя придет подлинная грамота, что даст нам волю жить на Дону, над той грамотой подумаем, как быть. Ваша же грамота.